Вторая неделя второго антракта Ночной Волны прибыла наконец-таки вместе со своим набором деяний. Поэтому давайте же посмотрим, чего от нас ожидает Нора на этот раз. Начиная с недельных деяний, вам потребуется заправить 3 скульптуры Ятан, а также пройти 3 мобильные обороны и открыть 3 реликвии. Еще нужно найти все скрытые ящики в 3 миссиях диверсии. Я еще побегал на Венте, оказывается, те ящики не работают, к сожалению. Что касается элитных деяний, то потребуется пройти 4 испытания на Лоа, а также убить 1500 врагов. Это довольно удобное деяние, учитывая, что для недельного деяния нужно убить где-то треть от этой цифры. Что же касается предложений за доверие, то здесь вас может порадовать наличие альтернативного шлема Висп. Все остальные товары не особо впечатляют, но вещи полезные есть. Например, 3 оружки и аура «Стальной натиск». Поэтому, если у вас этих вещей нету, то рекомендую брать. Акува, как обычно, доступна каждую неделю. И на этом заканчивается краткое описание второй недели второго антракта. Потому всем всего, всем удачи и всем пока.